Итак, мы вас приветствуем на нашем канале и хотим рассказать вам, где мы сейчас находимся. Сейчас уже декабрь месяц. По-моему, 8 декабря, воскресенье, если я не ошибаюсь. Мы находимся в стране Хорватия, на берегу Адриатического моря, полуостров Истрия, курортная зона. Посмотрите, сейчас плюс 15 градусов Цельсия. 8 декабря, если я не ошибаюсь, воскресенье 2019 года. Пожалуйста, теплотища, можно даже купаться, мне в курточке жарко. Это вечер, уже солнце зашло, 5 часов вечера почти. И вот мы здесь находимся вместе с моей женой на этой чудесной местности, на этом прекрасном курортном краю, где фактически можно купаться круглый год. Здесь зимы нет, снег выпадает очень редко, может быть несколько дней в январе. А так, теплое время года, даже зима. Климат приближенный к Израилю. Самое главное, тут голубое море. А, и свет интересный. Здесь сейчас вечером не видно. Голубое море, временами зеленое, прозрачное, временами прямо есть голубая вода. Как голубые озера на Щурово в Донбассе. Наподобие. Тут вообще оно синее море. Вот посмотрите, какая прозрачная вода. Это уже не просто галька, это уже море. Дальше идет тоже море. Все видно. Прозрачная водичка. Вот мы сейчас выходим из этой местности и идем в наши апартаменты. Вот, посмотрите, какая замечательная бухточка. Там дальше идет. Вот я провожу там. Дальше затишная такая бухточка. Уже вечер, солнце зашло. А здесь тишь, полный штиль. А вот там еще пляжи. Такая огромная бухта. И там уже далеко Адриатическое море и рукой подать до Италии. Теплые края. Здесь постоянно, особенно летом, теплая вода. Такая полустоячая, даже сейчас можно купаться, теплющая водичка. Поэтому приглашаем всех, пожалуйста, в эти края на отдых. Возможно, на работу и отдых будете совмещать. Итак, мы сейчас выходим отсюда, а вам до следующих встреч. До следующих видео на нашем канале. Всего самого наилучшего. До видзения.